Здравствуйте, дорогие коллеги! Очень рад сегодня представить знаменитого политолога Александра Искандариана. Он политолог, директор Ереванского института Кавказа. Областью его исследования являются этнополитические конфликты, посткоммунистические трансформации и государственное строительство на территории бывшего СССР в целом и на Кавказе в частности. Он публиковал и говорил о возникновении постсоветских институтов элит-идентичности. Он также проводил и руководил исследованиями в области конфликтов, миграции, дискурсов, развития средств массовой информации и трансграничной интеграции. Он также является известным политическим комментатором на телевидении и в других средствах массовой информации. И сегодня тема его лекции – это Южный Кавказ в статистике и динамике. И очень рад его представить. Здравствуйте всем. Задача у меня непростая. Я должен фактически за полчаса рассказать вам, что такое Кавказ в статике, да еще в динамике. Сделать это, как вы понимаете, невозможно. Поэтому я буду просто говорить тезисами. Я буду говорить тезисами, которые обосновывать мне будет трудно из-за недостатка времени, но если у вас будут вопросы, то я попробую на них ответить. Итак, Кавказ. Во-первых, говорить я сейчас буду в основном о Кавказе Южном. Южный Кавказ — это три э, так называемые широко признанные страны, э, то есть те страны, у которых есть кресло в Организации Объединенных Наций — Армения, Грузия, Азербайджан и две непризнанные, по-русски по-разному называют это слово, есть хорошее английское слово entity, ну, entity, это, наверное, по-русски, да, Три, два еще государства, которые признаны только Россией, и пара еще экзотических государств где-то там в Тихом океане, это, это Абхазия и Южная Осетия. Северный Кавказ, Северным Кавказом я называю, потому что есть разные подходы к тому, что такое Северный Кавказ. У экономистов одни, у политологов другие, у этнологов, антропологов третьи и так далее. Я называю Северным Кавказом обычно так называемые нерусские республики на Северном Кавказе, которые входят в Российскую Федерацию. Это Дагестан, Чеченская Республика, затем Ингушетия, затем... Северная Осетия, Алания, кабардино балкария Карачаева-Черкесия и отыкие. И вот то, только перечисляя их, у меня уже ушло минуты три из, из, из 30. Да? Вот, вот, если я вам начну сейчас перечислять народы, которые вам там живут, то на это не хватит этого получаса. Я вам буду долго вот просто перечислять те народы, ибо э, Кавказ это такой этнографический музей, в котором проживают гигантское количество народов, от, от сравнительно больших по кавказским меркам, до народов, которые могут занимать одну деревню. Есть такие народы, которые живут в одном большом селе, 3-4 тысячи человек. Народы, в смысле, со своим языком отдельным, не похожим на другие, со специфической культурой, кухней и так далее. И так далее. Мы будем говорить в основном о Южном Кавказе, Южный Кавказ, вот это, это не часто замечается людьми, хотя, казал, казалось, бы, казалось бы, это довольно очевидно, если посмотреть на карту. Это регион, в общем, очень небольшой. Когда я это европейцам рассказываю, я пример, говорю, что по территории этот регион примерно равен Румынии, Румынии а по населению он примерно равен Нидерландам, все, все вместе. Весь Южный Кавказ. Во всяком случае, люди очень часто говорят э, о том, что Кавказ, э, государство Кавказа это маленькие государства, малые государства. Это неправда. Если смотреть и по территории, и по населению на список стран мира, то это где-то в середине 120-е-130-е место из чуть более 200. Да? То есть малые государства это там сан марину Лихтенштейн. Андорра, там, да, даже уже Люксембург не такой маленький, а тут Армения, население Армении это примерно 3 миллиона человек, население Грузии это примерно 4 миллиона человек, население Азербайджана реально это примерно ну, между 7 и 8 миллионами человек, ну, в общем, так такие, э, среднего размера страны. Значит, для того, чтобы понимать, что такое Кавказ, мне кажется, прежде всего нужно понимать, ну, такую, начнем, пожалуй, с географической рамки, да, что такое Северный Кавказ, что такое Кавказ, что такое, ну, особенно Южный Кавказ, да. Южный Кавказ — это три сравнительно небольших государства, окруженные тремя огромными региональными державами. Это очень важно для того, чтобы понимать структуру нашего региона. Обычно, когда смотрят на Южный Кавказ и почти на все остальные регионы бывшего Советского Союза, взгляд бывает очень москвоцентричный, москвоцентрик. Да не только из Москвы, отовсюду, с запада, когда люди смотрят на постсоветское пространство, они тоже исследователи, журналисты, кто угодно, да, политики. Это обычно вот Россия и все вокруг. На Южный Кавказ смотрят через зеркало, через линзу отношения к России, отношения каким образом вокруг устра... устраивается политика вокруг России, какое отношение эти страны имеют к России и так далее, и так далее. Это понятно, довольно естественно, это части бывшей империи, но это, на мой взгляд, очень искажает, искажает на самом деле понимание. Это можно говорить о любом регионе бывшего Советского Союза, я тоже самое могу сказать о Центральной Азии, например, да? Но мы говорим сейчас о Кавказе. Поэтому вот если смотреть не москвоцентрично, я буду пытаться делать наоборот. Я буду пытаться смотреть отсюда. Отсюда не из Еревана, а отсюда из Южного Кавказа на внешний мир, который наша, нас окружает. Вот. Соответственно, три сравнительно небольшие государства окружены тремя серьезными региональными державами, а может быть и не только региональными. Это Турция, это Иран и это Российская Федерация. Эти три большие государства, они не просто большие государства. Все эти три государства ⁇ это бывшие империи. Соответственно, Турция является наследником атаманской империи, Иран является наследником Персидской империи, а Российская Федерация является... Я уж не знаю, наследником Российской империи или одной из форм Российской империи, развивающейся так, как она развивается. Да? Все эти три государства, большие, которые вокруг, в какой-то момент своей истории владели либо всем Южным Кавказом, либо частью Южного Кавказа. Эта территория входила в состав Российской империи целиком и полностью еще очень недавно, когда я родился, например, и, и даже после этого входила в состав Персидской империи, части этой территории и Атаманской империи тоже. И это рождает соответствующие атовизмы, соответствующие перцепции, соответствующие взгляды на эту территорию снаружи. Да? Я никогда не забуду, как я беседовал с персидским иранским коллегой, коллегой, не шофером, человек, который был моим коллегой. Да? И он меня расспрашивал, о конфликтах э, на Южном Кавказе. Я тогда был еще существовал Карабах, и я ему рассказывал, там приводил всякие цифры, какие-то факты, чего-то там было, излагал, он все это слушал, слушал. Разговор был долгой, мы за, за чашкой чая э, сидели и беседовали, или кофе, уже не помню. Э, и вот беседовал, беседовал, а потом, в какой-то момент, этот профессор так в сердцах Углубляясь в эти сложности, сказал, да ладно вам, ну что вы какие-то Азербайджан, Армения, все это наше вообще-то. Вот, вот эта ментальность, я слышал такое в Турции, в России, это очень легко услышать, концеп, концепт ближнего зарубежья, это же концепт отношения к странам, которые входили в бывший Советский Союз, не так, как э, относиться к странам, которые в бывший Советский Союз не входили, да? Это видно совершенно на очень многих вещах. Я только что прилетел с конференции, в которой я участвовал, и там была участница из Азербайджана, которая разговаривала очень, все было хорошо. И она, но она время от времени что-то говорила о том, что надо это говорить, там что-то там излагать иностранцам тоже. Я не очень понимал, что она имеет в виду, ибо для нее все там были иностранцы, она была единственным участником из Азербайджана. Да? Но потом я понял, хотя она была человек да, довольно молодой, моложе меня, э, ну, э, постарше вас, но, но моложе меня, в общем, не глубокая старушка. Да? И она называла, она называла иностранцами людей, которые живут вне Советского Союза. Да? И вот, это, вот этот тип поведения не только культурного, но и политического тоже, он свойственен этим трем странам, которые нас окружают. Это э, чрезвычайно важно, чтобы позиционировать себя внутри вот этого треугольника, вписанного в большой треугольник, это, это чуть ли не 90% позиционирования южнокавказских стран. Можно нарисовать третий треугольник еще сверху которые можно назвать Европа, Соединенные Штаты, Исламский мир, да, которые тоже влияют на Южный Кавказ. Но тут мы говорим о географической реальности, о том, как страны напрямую влияют на нас, и Турция, и, и Иран, и, и Россия. Все эти страны очень непростые, эти вот три, которые окружают. Мы не граничим с Люксембургами и Швейцариями, никогда с Люксембургами и Швейцариями не граничили. Это страны, которые имеют серьезные проблемы между собой и очень разный взгляд на тот регион, о котором мы говорим. И в этом приходится ориентироваться и приходится проводить политику, которая... В Армении было принято называть это официальный слоган армянской внешней политики комплементаризм, то есть пытаться каким-то образом. Я бы это кошмаром назвал, но, но они называют это комплементаризмом, да, пытаться усидеть как-то на двух, трех, пяти стульях. Почему это так? Потому что, ну, знаете, вот каждый раз, когда ты что-нибудь делаешь с Россией, Например, проводишь через нее грузы. Например, хочешь из нее провести, через Грузию, да, грузы в Армению. Например, хочешь, я не знаю, провести патрон один. Или, или 20 тысяч. Например, хочешь, чтобы газ поступал в твою страну. Ты должен долго и нудно объяснять русским. Ребята, на карту посмотрите, пожалуйста. Будьте добры. Мы понимаем, что у вас с Грузией нет э, дипломатических отношений, и вы воевали. Но у нас через Грузию проходит 70% нашего экспорта-импорта. Будьте добры, это не про плохое а хорошее, это про то, что вот когда карту посмотреть. Каждый раз, когда нам надо что-нибудь делать с Ираном, например, перевозить грузы, например, тот же самый газ из Ирана в Армению тоже поступает газ. Надо... Вот, ну, надо американцам объяснять долго и ну, Look at the map, guys, please. И это нормальная политика, которая разбивается. Вот Иран, да, ну, у Ирана очень специфические отношения, я бы сказал, с Соединенными Штатами, так же, как у России с Грузией. Это каждодневная реальность. И это результат географической конфигурации. Теперь давайте посмотрим на историческую конфигурацию. На Южном Кавказе живут народы, которые в русском языке это называется нации, это ложный, это такой обманщик, термин обманщик, потому что нация по-русски это не то, что nation по-английски. Nation по-английски по-русски будет гражданство или как-то так, да? А нация по-русски это это культурная группа, да, то есть вот люди, которые принадлежат к этой нации по самоопределению и по культурно-языковой, религиозной и так далее принадлежности. Так вот, вот эти самые нации на Кавказе они довольно старые. По крайней мере, армяне и грузины это нации с довольно длительной историей, с довольно старой культурой, сложившейся с четкими, достаточно четкими границами, такими между э, идентичностями, с достаточно четким ощущением принадлежности к этой нации. Я, я не говорю о том, что было в реальности, да, не об этом разговор сейчас, это сложный разговор. Я говорю о том, как люди воспринимают себя. Я армянин, потому что я... Э, у меня фамилия кончается на ян, потому что я говорю на армянском языке и потому, что я хожу в армянскую апостольскую церковь. Я в нее могу заходить два раза в год. Моим родным языком может быть английский, или русский, или грузинский. Но я считаю себя армянином, потому что я принадлежу к этой группе. Да? Соответственно, армяне могут называть своими. Ким Кардашян, там, я знаю, людей, которые родились в других странах и всю жизнь в этих странах прожили. Даже людей, которые отрицают свою принадлежность к армянской нации, но они наши, потому что они армяне. Примерно то же самое у Грузии, у них меньше диаспора, но это все происходит. Вот ощущение этнокультурной близости и сложившееся самоопределение этнокультурного, оно на Кавказе очень сильно. Это, кстати, один, одна из причин конфликтов которые на Кавказе существуют. Но при этом политические идентичности очень новые. Все три южнокавказских государства родились в 1991 году. И политическая традиция, традиция э, там, рационального голосования на выборах, да, традиция конституционная, традиция вот всего этого просто еще нет, оно не вполне сложилось, оно строится на наших глазах. Это трудно объяснять мне, э, когда ты говоришь западными э, студентами, чьи бабушки и дедушки голосовали. Мне объяснять что первые выборы в моей стране за всю ее историю, я их помню. И мне было там 30 лет, это 89-90-е годы. За всю историю, то есть были независимые государства с 18 по 20 год, и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане, и в Грузии по 21 Но считать те выборы настоящими выборами, и во всяком случае считать, что эти выборы могли создать традицию, невозможно. А так был Советский Союз, до этого была Царская империя, до этого Атаманская, до этого Персидская, и до Вавилона вот, может, может, можно идти, никаких выборов никогда не происходило. Политической традиции, ощущение себя, вот не, не нации, а nations, сообществом граждан страны, а это очень новая вещь, она, это безумно интересно. Ученому. Это безумно интересно наблюдать. Мне, например, я просто иногда просто испытываю огромное удовольствие от того, что вот так, такой вот у нас же в нашей науке невозможно поставить эксперимент. Мы, мы не можем взять и долить этот чай что-нибудь и посмотреть, какого цвета что будет. А тут ты можешь, что ты видишь вот этот эксперимент создания этой самой новой нации. Это приводит к очень интересным следствиям. Вот смотрите, да, скажем, в Украине, про которую вы наверняка кое-что знаете, да, в Украине человек может выбрать, в какой реальности он собирается существовать. Он хочет быть русским или он хочет быть украинцем в политическом смысле. Это довольно легко. В России, если я не ошибаюсь, самое большое э, меньшинство этническое, это этнические украинцы. В России есть люди, которые находятся в правительстве с украинскими фамилиями. Очевидно, их предки имели отношение к Украине когда-то. Да? В Украине есть люди с русскими фамилиями. Русскоязычные, говорящие на русском языке, ощущающие себя русскоязычными. И они тоже могут быть вплоть до правительства. И никаких проблем. От того, что в России есть Кириенко а в Украине есть Данилов ну ну ну, ну и есть более того среди этих условных Даниловых могут быть довольно выраженные украинские националисты этнонационалисты и наоборот так может быть в России у меня был друг фамилия которого была Малошенко, он покойный к сожалению и я когда его спрашивал кто-то ну я не знаю, но мои предки как минимум с начала 19 века живут в Москве. Ну, какой я Украина. Но фамилия Балашенко, да. Совершенно невозможно такое представить на Кавказе. Чтобы министром в Азербайджане был человек с фамилией Ованесян, чтобы в Армении, я не знаю кем там, был человек с фамилией Ахмедов, это невозможно. Это просто невозможно. Это очень легко доказать. В Баку, в одном Баку, в столице Азербайджана, перед началом карабахского конфликта оставалось 215 тысяч армян. Этнических армян. Каждый пятый, каждый шестой. Это больше, чем все население Нагорного Карабаха вместе взятого. Никакого отношения к карабахской проблеме они не имели. Вообще никакого. О, в подавляющем большинстве они были русскоязычные. В Баку не было армянских школ. Не, не было радио, не было. Ничего не было. О, это были люди обычно не очень сильно армяно-культурные. Они, ну если не русы, но ну, ну, советско культурные как и питание. Они были депортированы все. Просто за то, что они армяне в советское время. Этничность писали в паспорте. Просто потому, что там было написано Арменина. То же самое примерно, другими немножко методами, но произошло с азербайджанцами здесь, в Армении. Их было порядка 180 тысяч. Их нет. Произошла такая моноэтнизация э этих двух стран. На самом деле не двух, это гораздо более распространенное явление. Гомогенизация. Государств, которые образуются на обломках Советского Союза. Это везде так. От Узбекистана до Латвии. Разными методами. Где-то где это ассимиляция, где-то это переименование, где-то это обретение новой идентичности. По-разному. Но вектор везде направлен в одну и ту же сторону. Потому что идет процесс... Образование из на основе на бэкграунде, на фундаменте этнической идентичности, идет образование э, государственнической идентичности, nation. Это тот же самый процесс, это модерн, это тот же самый процесс, который шел в Европе. По меркам э, западноевропейской истории, я бы сказал, что мы находимся где-нибудь в конце 18-го, начало 19-го. Э, века, эпоха распада империи, постнаполеоновское создание nation states, каких-то вот государств и так далее. Появляется идея, что, как говорил Эрнест Гелнер, что так, вот у него так, как, как каждой женщине полагается буш, желательно свой, так каждому языку полагается государство, желательно свое. Да? Шутка шуткой, но вот этот процесс был там и тогда. А если по веркам Центральной Европы, Центральной Восточной, то это начало 20 века, распад Атаманской империи, австро венгерской империи и появление государств, которые поначалу строились на этнической основе, что привело к середине 20 века к кошмарным первой половине 20 века, к кошмарным ситуациям. Здесь, слава богу, не так. Время другое немножко, но некоторые элементы вот э, того, что государство образуется на этнической основе, и этнические конфликты превращаются в этнополитические, и это начинает работать как нечто разделяющее эти государства, это, это есть. И последнее, на что я меньше всего времени уделил, потому что это, мне кажется, не самым важным, но об этом надо сказать, ибо почти любой другой политолог, а политологов у нас в стране 3 миллиона, он бы вам рассказывал про это в первую очередь. Это про влияние России, про то, каким образом здесь внешние силы, геополитика, вот все это. Я-то так не считаю. Я считаю, что причины почти всего, что происходит внутренние. Внешние силы, они, конечно, в этом участвуют, они этим могут пользоваться и так далее. Но все-таки это... Внешнее влияние есть, и оно отражается на вот этом процессе становления государств. Так вот, совсем недавно, с 20 по 23 год, я бы сказал, тут три вехи. Я бы назвал первая это Карабахская война 2020 -го года, вторая Карабахская война, так называемая. Мне кажется. Я говорю это не изнутри Армении, я говорю это изнутри Южного Кавказа. Да? Карабахская война, она изменила весь Южный Кавказ, а не только, не только Армению, Армян там или, или, или так далее. Второе, это э, начало Украинской войны, 22 год. Это резко изменило роль России в регионе. Очень кардинально, я бы сказал, изменило. Ну, если очень коротко, то оно и понизило эту роль России в регионе. Ребята заняты теперь. У них в другом месте в основном заботы, и там не до Южного Кавказа, открывать здесь второй фронт, никто, в общем, не собирается. И причина многого из того, что здесь происходит, это в этом. И это третье это депортация армян из Карабаха, то есть исчезновение армян на той территории, на которой они проживали в в Азербайджане, да, даже не, э, в Азербайджане я имею в виду на той территории, которая сейчас контролируется Азербайджаном, до этого существовала Нагорно-Карабахская республика, не признанная, но она э, существовала на этой территории, которая была субъектом некоторым, да, не признанным, повторюсь, да, но, но субъектом, а теперь этого субъекта, в общем, нет во-первых, нет субъекта в том смысле, что он не признан никем, он не признан и Армении тоже, и не был признан, а во-вторых, тех людей, которые жили в этом государственном образовании, они беженцы, их там не существует. И это изменило конфигурацию отношений между Арменией и Азербайджаном, а, а еще и уход России из региона, это создало совершенно другую картину, другую картину в регионе. Если до этого всего, до 2020 года вы бы открывали армянские сайты, газеты, я там не знаю, слушали бы всяких аналитиков. У вас, как у меня, ну вы должны, правда, для этого были знать армянский язык, но неважно, у вас создалось бы примерно такое параноидальное впечатление, которое создавалось у меня, что моя страна, Армения, находится... Ну, где-нибудь в Атлантическом океане, между Вашингтоном, Брюсселем и Санкт-Петербурга, вот, потому что все, что там писалось, было, а какой выбор может сделать наша страна, а мы хотим, как Прибалтика, э, Балтийские страны, или мы хотим, как Беларусь, а мы будем Молдовой, или мы будем Португалией, а каким образом, какой путь развития мы возьмем, и так далее, и так далее, да, вот, это ощущение психологической близости этого европейского выбора, оно уводило нас от реальной карты, Айсис, когда он был, находился в 300 километрах от границ моей страны. 300 километров в этих газетах и сайтах про Мосул или Сулейманье вы прочесть, или Эль-Камышлы, вы не могли прочесть вообще ничего. Какие Эль-Камышлы, где эти Эль-Камышлы находятся. Вот они рядом. Добро пожаловать в том числе в Большой Ближний Восток. Вот то, что мы начинаем находиться здесь, то, что мы не только часть постсоветского пространства, но и часть пространства Большого Ближнего Востока, то, что мы одним концом, мы Южный Кавказ, выходим к Черному морю, и там напротив Евросоюз и НАТО, Болгария, Румыния, а с другой стороны, мы выходим к Каспийскому морю, и там напротив Туркменистана то, что мы находимся вот в таком месте, которое одновременно является постсоветским пространством, около европейским пространством, около средиземноморским пространством и около ближневосточным пространством, это, мне кажется, это уже не географическая реальность. То есть это карта, конечно, но это ментальная карта, та карта, которая у нас в голове. Ментальная карта начинает меняться, и мы начинаем понимать, перед какими выборами мы стоим, и внимательно наблюдаем, что происходит вокруг. И как я обычно говорю, когда меня спрашивают всякие журналисты, я говорю, вы знаете, я политолог, я занимаюсь этим десятки лет. Но если вы меня спросите, что будет в России после Путина, что будет в Турции после Эрдогана, и что будет в Иране после тех изменений, которые там возможны, я скажу, не знаю. И вот посередине этого не знаю существует такой классный, красивый, такой интересный и безумно бурно развивающийся Южный Кавказ. Спасибо, я закончил. Если вы хотите, вы будете задавать вопросы.